Покажите дежурному шутнику любой предмет, спросите, какого он цвета, и он с радостью вам ответит. Серо-буро-малинового. Между прочим, Яндекс знает такой цвет. Стоит лишь набрать это слово в поисковике. Можете проверить. А еще он знает, как выглядит цвет лягушки в обмороке и цвет бедра испуганной нимфы. Это точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. 15 сентября в парке Гилевская роща можно было наблюдать, как молодые люди в одинаковых футболках и банданах собирают стеклянные пластиковые бутылки, упаковки для чипсов и все то, что не удосужились донести до урн другие горожане. Так в Тюмени проходила акция «Блогер против мусора 2». Всероссийская акция «Блогер против мусора» берет свое начало с прошлогоднего поста в «Живом журнале» путешественника Сергея Доли. После очередного посещения живописных просторов дельты реки Волги в Астраханской области, блогер выложил в ЖЖ фотографии заваленных бутылками набережных и высказал идею организовать масштабный субботник по всей России. И уже через 3 месяца в акции «Блогер против мусора» приняли участие более 16 тысяч человек по всей стране. А в этом году к ним присоединились и тюменские интернет-пользователи. Первый предупредительный бой мусору был дан 8 сентября. Местом схватки выбрали пустырь в микрорайоне Тюменский-2. Отряд блогеров насчитывал всего 7 человек, но им удалось вынести с поля битвы 50 мешков с отходами. А уже спустя неделю блогеры и активисты интернет-проекта «Новая Тюмень» организовали еще одну вылазку, на этот раз в Гилевскую рощу. Бороться с мусором изъявили желание около 25 человек. Приходили поодиночке, парами и даже с детьми. Еще в процессе обсуждения выбора места для акции высказывалось мнение, что в Гилевской роще мусора практически-то и нет. Однако действительность оказалась иной. Особенность Гилевской рощи – глубокие овраги, в которых протекает речка Ключи. Если поверху мусор еще иногда убирают, то по склонам оврагов и на их дне залежи всякого хлама. Приходилось лазить по мокрой глине с большими мешками, местами было сложновато. Если заглянуть поглубже в тот овраг, да поковыряться от души, то много чего неприятного найти можно. Как и в первый раз, нашлись и части от машин, и диваны, и куча всякого разного. Археологи это зачем-то называют культурный слой. И сами приговаривают, что чем ниже культура у горожан, тем толще культурный слой после их вымирания. Основным поставщиком бутылок из-под шампанского в окрестных кустах являются устроители свадебных церемоний на дорожках парка, а основным стимулирующим фактором – отсутствие урн и контейнерных площадок по пути. Разгуливая по парковым тропинкам с 50-литровым мешком, наполненным стеклом и пластиком, как нельзя лучше понимаешь необходимость грамотного расположения контейнеров для мусора. Ездили вчера с сыновьями на эту акцию. Погода благоприятствовала, компания была замечательная. Повстречала старых знакомых и пообщалась с ранее неизвестными мне красивыми и умными девушками-блогершами. Узнать больше о прошедшей акции можно на странице во ВКонтакте под названием «Блогеры Тюмени против мусора 2». Там же собраны адреса интернет-дневников тех, кто принимал участие в субботнике. Кстати, акция «Блогер против мусора» прошла не только в Тюмени. Интернет-пользователи Тобольска тоже не остались в стороне. Но об этом в следующем выпуске точнее.ру. А спонсор программы – компания Flex Decor. Успевайте до конца сентября приобрести натяжные потолки Flex Decor, и будет вам за это подарок. Flex Decor сэкономит ваше время и бюджет. Натяжные потолки на любой вкус, для любого кошелька. Каждому заказчику подарок. 418370. Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Flex Decor. 797-151. Спонсор программы точнее.ру – компания Flex Decor. Натяжные потолки на любой вкус и для любого кошелька.